А куда смотреть, подожди? За, за тебя? На машину? Да. Блин, черт, это тяжело говорить с машины. Ладно, все, я начинаю. Идея фототуров возникла у нас в тот момент, когда мы находились на Педании. Насколько знаю, у нас в городе еще ни разу не проводилось такого мероприятия, и мы решили попробовать сделать это первыми. Мы отправились в фототур на полуостров Гамова. Сюда не так просто добраться, особенно до точек съемки. Мы ехали по ужасной дороге, после дождей все поразмывало. Да, нужно там, может быть, идти долго, может быть, там спать под дождем в палатке, может быть, там еще что-нибудь, кроссовки пачкать в грязи, но это того стоит, потому что это того стоит. Вот. Никогда не работала в таких локациях, и места, ну, очень крутые, очень, я не знаю, какие там получатся снимки, наверное, невероятные, потому что местность просто вообще волшебная какая-то. Я даже не подозревала, что у нас в Приморье так красиво. Конечно, хочется запечатлеть все это прям вообще